каждый из нас во многом часть того места, где мы выросли. Понятное дело, если кто-то хочет стать хорошим серфером, ему надо жить недалеко от пляжа. Я сам из Южной Калифорнии, и когда я начал участвовать в состязаниях по борьбе, смешанные единоборства как раз набирали популярность во всем мире. Многие из первых бойцов были из Калифорнии. Характером с годами занятий единоборством, вообще спортом закаляется, укрепляется, то есть каждый себе вырабатывает какой-то стержень. И этот стержень, он позволяет тебе постоянно держаться в рядах лучших. Когда я тренирую других людей, я стараюсь дать им образец для подражания. Мне нравится учить на примере. Я показываю, что буду упорно трудиться, несмотря на усталость, идти вперед. Так я могу помочь и убедить, что они тоже смогут.
устал, трубку пили, утащили на дно. А кто-то намели, и ему нужно только одно, чтобы кто-нибудь помог починить лодку. Но проплывающие мимо слеп потекло. А есть места тайные, покрытые тиной, где нет Wi-Fi и не ловит мобильный. Там моя семья всегда ждет меня на пристань. Я на земле своей жить, умереть хочу. Дышать свободно, расправить плечи. Любить семью свою искренне, горячо. И с чистым сердцем уйти в вечность. Я на земле своей жить, умереть хочу. Дышать свободно, расправить плечи. Любить семью свою искренне, горячо. И с чистым сердцем уйти в вечность. То, что будет ежедневный путь от дома на студии. Где мои люди, что с понятием веры не шутят? И по сути это жизнь на семи холмах. Просто не может быстрее, чем в других городах. Да, бывает, подбывает собрать чемодан и свалить. За то, как обрадуется мама. Но врубать заднюю не входило в планы. Я остаюсь как патологически упрямый. Ирина, представляю вам соперника. В синем углу боец из города Сантана, Соединенные Штаты Америки. Ему 39 лет, рост 183 сантиметра, участник чемпионатов Dream и K1, профессиональный рекорд, 36 боев, 17 побед, 16 побед нокаутом, 19 поражений, Джимми Титан! Соперник в красном углу. Боец из города Челябинск, Россия! Ему 44 года, рост 187 сантиметров. Чемпион Европы по боевому самбо. Профессиональный рекорд. 24 боя, 20 побед. 2 поражения, 2 ничьи, под ваши аплодисменты! Максим! Безумный Макс! Новосёма! Рефери Алексей Герасименко. Внимательно слушаем мою команду. Работаем 3 раунда по 5 минут. Пожать руки. По углам. Ваша поддержка, Челябинск!
так. Ввиду невозможности продолжать поединок,
Джимми Титаном Амрицем. Победу в первом раунде одерживает Максим Бессмертный.